Добрый день. Еще один анбоксинг. Я тут разложил компанию флопиков от различных производителей. LanLan, Tamoyo, кажется, CubeTwist и непонятный Z-Cube какой-нибудь, который очень плохо крутится. Ну, для чего же я их достал? А из-за того, что мне приехала посылочка, в которой очередной флопик. Да не просто флопик, а флопик, который не достать. Флопик, который упакован так, что и красиво, и не достается. Ну, посмотрим внешний вид. Это Chima Funk куб. 3x3x1 плоский кубик. Давайте его попробуем открыть. Оп. Оп. Что внутри? Внутри. О, это тоже открывается. И тут. Ух ты. Ничего себе. Тут мешочек. Видимо, мешочек, в который можно положить этот кубик. Радует комплектация. Очень интересная, красивая упаковочка, такая представительская, многоразовая. Сюда можно поставить. И мешочек, он такой под кожу сделанный. А влезет ли сюда? Да, хорошо влезает. Ну, видимо, чтобы носить с собой. Очень-очень красивый мешочек. Мне прям нравится. И на ощупь приятный. Видимо, можно затянуть. Давайте лучше сам флопик посмотрим. Комплектация прямо царская. Жалко, инструкции нет. Хотя, может, тут что-то есть. Угу. Ну, нам говорят, что это кул. Проверим. Так. Крутится. 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 Все крутится. И вот так крутится. Кстати, крутится очень тихо. Ну, как вы, наверное, уже догадались, это спиннер, вмещенный с кубиком 3x3x1. Не совсем кубиком. Кстати, очень тихо. У меня спиннер уже где-то был. Я сына покупал. Он достаточно шумно крутится. А этот очень тихий. Так, чуть-чуть шелестит. Совсем чуть-чуть. Ну, вращение как спиннера. Да. Купил спиннер. Угу. Почему бы нет? Эпоха спиннеров, конечно, уже ушла. Он уже с волны популярности сошел. Ну вот, компании разработали, и почему бы не выпустить. Насколько я знаю, есть еще как минимум две компании, которые делают что-то подобное. И одну такую вещь я уже заказал. Какого-то малоизвестного бренда. Еще, по-моему, LanLan выпускают. Тоже флопик. Но оценим как головоломку, а не как спиннер. Вращается. Вращается. То есть по функционалу как головоломки, он, наверное, можно сравнить, наверное, вот с этим флопиком, который я боюсь крутить, поскольку у него также вращаются только вот эти вот стороны, и все. Ну, в отличие от чего? Вот от таких, у которых еще вращаются вот эти элементы. Да, то есть можно менять форму, и тогда чуть-чуть поинтереснее становится сборка. А теперь проверим, может, тут можно. Сделаем так. А тут можно. Нет, он полнофункциональный флопик. Вполне хороший. Давайте перемешаем, наверное. Уже давно не собирал флопики. Могу не справиться. Так, мы перемешаем сначала без изменения формы. Здесь наклеечки такие, мафанговские. Вполне качественные и красивые.
И не просто квадратные, такие вот узорные. То есть сама форма эстетичная. Мне нравится. Ну, давайте собирать. Сделаем крест. Так, крест. О, у меня узор шахматы получился. Угу. Ну, попробуем сделать какие-нибудь пифпафы. Да, что-то выходит. Надо же, собрался. Ну, если здесь, скажем так, форму поменять, то он станет не намного сложнее. Ну, придется только форму эту вернуть и потом уже собирать. Вполне достойная вещь. Мне нравится, несмотря на то, что это спиннер. На этом, наверное, все. Есть лишние несколько баксов, можете приобрести себе вот такую занятную вещичку. Ну, сам флопик собирается легко. Тут их, ага, тут их много. Да, он полноценный, полнофункциональный флопик. Да, то есть с изменением формы. И вполне заменит все вот эти. Да еще и спиннер, если когда-то вас одолеет депрессия. Всем спасибо, всем пока.